Божье, Виктория Серых из Киева. Вот, пожалуйста, настоящая сборная. Это готовятся болгарские спортсменки. Я вижу на заднем плане там Ильяна Раева, абсолютная чемпионка Европы, провожает своих подруг на площадку. Ну и, разумеется, желает им успешного выступления. Сборная СССР поставили за выступление во втором круге 19,3. Напомню, предварительная оценка была за выступление в первом круге 19,2 балла. Таким образом, вот 1 балла прибавилась, и в итоге после двух выступлений 38,5 балла. Итак, смотрим выступление лидеров, спортсменов сборной Болгарии. Я думаю, что и здесь, на этом чемпионате, можно ожидать немало интересного и оригинального. Болгарские тренеры щедры на выдумки. Очень остроумные перестроения, такие уверенные дальние броски. Ну что ж, свежо, ярко, впечатляюще, как и подобает лидерам. Напомню, что после первого круга соревнований болгарские девушки